Мне кажется, искусство никогда не потеряет свою популярность и всегда будет близко и понятно людям, потому что особенно искусство музыки и танца живет в душе каждого человека. Санкции, безусловно, повлияли вообще на бизнес-ситуацию в концертном мире. И у артистов стало меньше концертов не потому, что люди не хотят ходить, а потому что, ну, во-первых, изменилась финансовая составляющая жизни, и многие люди сегодня думают о том, купить ли кусок хлеба или еду или одежду для своих детей, или пойти на концерт и приобрести билет. Вот. Но мне очень хочется верить, что эта ситуация изменится. Но, во всяком случае, в момент сложности, когда вот кризис происходит в нашей стране, мне кажется, вот спасение в том, чтобы каждый из нас пытался как-то вот объединиться и подумать, что хорошего мы в эти дни можем сделать. Потому что в любом случае как-то вот, ну, агрессия и какая-то вот негативная энергетика чувствуется в пространстве среди людей. Люди немножко становятся, ну, как будто более вот озлоблены как-то и ожесточены. Не знаю, я со своей стороны придумала варианты проведения благотворительных концертов. Безусловно, они требуют, конечно, какой-то вот поддержки, небольшой финансовой составляющей, потому что есть расходная часть на передвижение команды, на расходы со светом, звуком. Поселение моего коллектива – это 13 человек. Но благотворительность в том, что совершенно безвозмездно на концерты приглашаются как раз люди, которые не могут себе позволить дорогие билеты на обычные концерты. И те люди, которые, как правило, уделяют свое внимание детям. Это учителя, врачи, воспитатели детских садиков, детских садов, детских домов. И для меня это такая радость, потому что я еще привлекаю в концерты талантливые детские и юношеские коллективы. То есть благотворительность в этом, в том, что в сложные времена я их пытаюсь оттащить кого-то от компьютера, кого-то от негатива и привлечь в мир танцевального искусства. Если каждый задумается, что мы хорошего можем сделать, а не только будет винить, и все мы будем винить, там, не знаю, правительство, руководителей, тех, кто принимает решения, я думаю, что мир будет прекраснее и добрее.